Здравствуйте! Сегодня будем распаковывать и подключать модуль SD-MP3 ZTV-M011. Приобрел его для того, чтобы запустить свои динамики переносные, которые ношу на природу, чтобы можно было подключать и флешку, и слушать радио. Вот он. Так вот, пришел ко мне. Многие, конечно, подключают его в автомобили, в которых не встроен SD и флеш накопитель. Так, вот так вот он выглядит. Легенький. Цена что-то в районе $2. Буду его использовать с усилителем 15 ватт. Тоже брал в Китае. Ну и так начнем собирать. Вот, оказался, модуль питается 5 вольтами. Так, ну вот сам усилитель PAM8610. Два канала по 15 ватт. Но он питается 12 вольтами. Придется сейчас конструировать стабилизатор на 5 вольт. И 12 вольтами будем все это питать. Вот конденсаторы. Сам стабилизатор. 7805. Макетная плата понадобится. Для припоя буду тоже использовать. Сам припой брал в Китае, тоже порядка в 2 раза дешевле и отлично паяет. Но ссылку на этот припой выложу под видео. Паяет очень хорошо. Вот так пропаиваем дорожки. Выкусываем лишнее все. Обрезаем макетку под наши размеры. Производим замер напряжения на входе и на выходе из нашего стабилизатора. Вот так. 4,96. 12 вольт. 4,96. Все работает. Итак, все подключаем теперь проводами. Итак, подаем сеть. На связи защиты информации сообщит.
ведомства по предупреждению коррупции, включая систему электронного декларирования, остается ключевой преградой для внедрения безвизового режима. Также запуск электронного декларирования является условием для получения Украины транша МВФ. Раньше Евросоюз выступил с официальным заявлением о том, что Киев должен обеспечить полноценный запуск электронного декларирования. Теперь попробуем включить флешку. Подключил, попробовал от аккумуляторных батарей, все, никакого шума нету. Так. Ну и так, все запустили, все работает. Флешка, правда, на USB что вставить, но теперь соберем вот это вот чудо, которое у меня валялось на чердаке, и будем от аккумулятора где-то на природе питать. Ну, сейчас соберем, посмотрим, что дальше получится. Ну вот, собрали в корпусе. Ну, посмотрите. Вот усилитель манюхенький. 15 ватт на канал. Это то, что мы собирали. Стабилизатор 12 на 5 вольт. Вот курезали туда. Вот сверху. Снаружи. Вот колоночка такая получилась. Ну так собрал я. То же самое и среди проводных программ, чтобы подавляющее число было честными, выполняющими вот, заплату, сейчас работает радио. Получает свою зарплату. То есть сегодня я смотрю, что многие покупают ее для того, чтобы врезать в автомобиль, у которого не предусмотрено USB. Значит, деятельности, ну, если теперь я проверим в проекте новое, флешечку. Ну, работает отлично. Радио. Музыка разрешенная для прослушивания на YouTube. Громкость пульта. Эквалайзеры. Можно выбирать номер трека. Thank you.